Всем привет! Вы, наверное, уже догадались, мы с вами в салоне Volkswagen. Давайте, как обычно, походим, посмотрим, какие модельки, какие цены, в каких комплектациях. Сразу скажу, что терамонтов нет. Терамонт заказали, уже новые они ждут. Не знают, когда приедет из Штатов, из Америки. Вот некоторым не нравится в Штатах, окей, из Америки пока их привезут. Пассаты периодически появляются, периодически исчезают. И сейчас совсем недавно опять вернули пассатам более мощный движок 190 лошадок. Ну, давайте смотреть из того, что есть. Начнем. Давайте вот с нового Тигуана. Цены, к сожалению, опять же, только ползут вверх. Я не знаю, такими шагами прямо вот бац-бац на 50 тысяч штампует. Ну, повышение цен, допустим, вот он опять Тигуан подорожал, да, на 50 тысяч. Уже, я не знаю, то говорили курс валюты, так уже вроде как, ну, 50 тысяч рублей, это у нас быстро, да, так, на скидку сколько? Где-то примерно 800, ну, условно, да, так, 750 долларов. То есть, как бы, что настолько курс растет, утильсбор, вроде как, не был утильсбора еще в этом году. То есть, они типа что, страхуются заранее или как, я не понимаю, уже здесь как-то... Даже причин я так как бы особо и не вижу, с чего они вдруг дорожают, причем такими темпами. Давайте, как обычно, посмотрим, сколько стоит, что предлагается, и продолжим. Это у нас Респект Плюс, 180 лошадок, 7-ступенчатый робот DSG, серебристый тангстон, салон ткань, лейкоспадные диски Монтана. Ковры в салон, ковер багажник, сетка бампер, брызги передние и задние, автонабор зимние шины, сигналка с автозапуском 2 452 тысячи рублей. Вот, смотрите, у нас какие здесь цены. Сетка бампер 12400, наверное, золотом покрыто. Ковры в салон 4500, коврик багажника 2800, брызги передние и задние 9300, автосигналка 34500, автонабор 4500, шины 47 тысяч рублей. Ну и еще плюс как бы во все эти допы включена работа по установке всех этих допов. Вот такой ничем не выделяющийся цвет, передатчики парковки, хрома много, но не знаю, как я уже говорил, некоторые говорят, что его, то есть Иоанна обабили, да, или как, или где-то читал, вот, ну, не знаю, по-своему все равно он выглядит прикольно. Опять же, смотрите, здесь стоял в белом цвете еще старый Тигуан, который раньше был на тест-драйвах. То есть писали, что его не продадут, его продали, уже и забыли и так далее. Вот у нас стоят, смотрите, новые Тигуаны. А вот это стоят машины, видите, да, с пробегом. Вот, по-моему, у этой машины пробег 92 тысячи и полный привод, да? Вот у этой машины, по-моему, чуть побольше пробег, что-то около сотки. Тоже полный привод. И у одной машины вообще 16 тысяч пробега. И тоже полный привод, да? Движок двухлитровый, бла-бла-бла. Если пробег 90 тысяч километров, вот я, честно говоря, мне просто самому интересно, полный привод здесь, ну, как-то пригодился или нет? Вот смысл было покупать машину только из-за того, что полный привод, или, как некоторые пишут, потом задороже продать. Но, честно говоря, если вы покупаете машину на ближайшие 6-7 лет и покупать машину более дорогую, думая о том, чтобы потом ее продать задороже, ну, это какой-то нонсенс, честное слово. Ну что, давайте смотреть. Что же нам в салоне предлагает в этой машине? Напомню, это у нас Респект Плюс, и мотор здесь 180 лошадей. Значит, по поводу полного привода для машин 150 лошадей пока его нет, хотя обещали в марте. Значит, небольшие задержки, но совсем-совсем скоро должны такие машины уже появиться. Давайте присядем. Класс. Вот сразу у меня рука раз под себя. Подлокотник поднимает полностью вверх. Очень удобно. Красотень. Пусто, пусто, пусто. Электронный ручник солнца. Слышали, да? Заход. Такая у нас шайба. Отличный датчик парковки. Полный привод. Ну, рычаг, наверное, к такому уже привыкнул. То есть
теперь уже, наверное, мало кто помнит. Некоторые вообще не знают, какой раньше был. Лично мне нравится старый. К этому тоже, наверное, потом привыкаешь ко всему электронному. Но опять же, даже смотрите, так вот через сбоку камера показывает, не так напрямую, а сбоку. И уже видите, она как бликует, да? Вот. Ну, если какие-то лучи солнца будут, допустим, сбоку, чтобы там уже не было бликов. Ну и опять же, пресловутые все вот эти вот пальцы. Где-то я смотрел ролик тоже, парни в перчатках пробовали, вроде все работает, но тем не менее, не всегда это удобно. Экран остался большой, здесь написано, видите, кнопочка навигации. Вот. Но если только из-за навигации такой большой экран, еще опять же, наверное, вот ну, так будет всего-то ничего показывать, но в таком плане. Вот. Поэтому, как по мне, ну вот видите, активация навигации системы, сейчас не знаю, или будет она, не будет. Ну то есть экран, по сути дела, ну в принципе, достаточно большой. Если только вот из-за этого теперь большой экран, значит, иметь в этом, в машине. То есть раньше он был просто тупо вот все эти картиночки, если в тегах опять же прописаны обложки от диска или и так далее. Собственно и все. Я считаю, что если видео не показывает машину, ну, вернее, в машине невозможно видео произвести, ни слышка, ни всего, то большой экран нахрен не нужен. Для камер заднего вида и такого экранчика, допустим, вполне будет достаточно. Что здесь? Охлаждение. Тут у нас, видите, заглушка. Раньше была магнитола. Тут все так же и осталось. Подсветка имеется. Мягкий верх остался. Ну, в общем, здесь что теперь стоят? Два разъема Type-C, раньше были USB-шные. Сеточка это осталась. Ящики есть. Удобная, кстати, вещь. Руль. Ну, руль, в принципе, почти не изменился. Эмблема другая. Мне такая не очень особо нравится. Про тканевые эти подлокотники говорят, что они пачкаются. Не знаю. Почти 3 года проходит. Как бы и нормально все. Я вообще даже внимания на это не обращаю. Сиденья очень удобные. Сзади имеется подлокотник, там подстаканники, 3 подголовника, имеется плафончик, вешалка, одна вешалка, вторая. Здесь все на высоте. Нету здесь очешника. Тут что предлагается? Да, зеркало, шторка, подсветка. Вот опять же, да, или, ну, как бы там LED, я так понимаю, лампочка, да, а вот сам пластик. Ну, опять же, решили удешевить. И вот как в первых китайцах шло, или сейчас в некоторых китайцах, я вот такой же, как бы, вроде раз открываешь, оп, а из-за того, что пластик такой не очень, ну, какой-то матовый, да, вот он такой, и поэтому кажется, ну, дешевая эта фигня. Хотя не так часто вы этим пользуетесь, и тем не менее. Лучше, чтобы было, наверное, вот типа такого, вот, вот так, ну, вот такой пластик был. Но, опять же, это только мое мнение, этим маркетологом Volkswagen, конечно, как всегда, виднее. Ремни по высоте регулируются. Что здесь еще добавить? Давайте посмотрим. Еще сзади. Ну, высота, регулировка. Здесь угол наклона спинки. И у пассажира тоже имеется поясничный подпор. Очень замечательно. Видите, у нас двери цельноштампованные. Куча имеется уплотнителя, это вообще зашибись, я считаю. Здесь тоже все зашумлено, все хорошо. Стандартно для тигуанов 3-я зона климат-контроля. 2 имеется кармана, и тут, к сожалению, столиков пока так и нет. Давайте уже откроем. Вот подлокотник с подстаканником. Два стаканчика и стопочка, как я обычно говорю. Ну, в общем-то, и все. Здесь варка фетр. Йокохама резина стандартно стоит. Идем дальше. Ну, давайте смотрим еще один Тигуан. Что здесь предлагается? Статус плюс. 150 лошадей. Автомат. 6-ступенчатый робот. Цвет кузова бежевый, титаниум, металлик. Обивка салона, ткань. Диски лейкоспадные Франкфурт 18. Ну, стандартные, наверное, допы. 2 миллиона 335 тысяч
200 рублей стоит эта машина. Бесключевой доступ. Видите, здесь у нас хром по всему периметру. Стекол, рейлинги. Все это понятно. Тут тоже имеется эта хромированная полоска. В салоне, повторюсь, да, смотрится они, конечно, красиво. Но за этой полоской, как минимум, вот за тем еще ладно. А вот за нижней нужно ухаживать постоянно. Там что-то чуть ли не этим на зиму вазелином протираю, чтобы она не пачкалась и не так не мутнела. Ну, тут что у нас? Поясничный подпор. Раньше, по-моему, была поменьше вот эта ручка, она, ну, более такая элегантная, скажу так. Тут уже побольше всяких этих опций. Кнопка запуска двигателя, цифровая приборка. Ну и тут все пошло дальше стандартно. Опять же, тонкости все эти нужно смотреть, там все эти фишки, ну, Volkswagen, да, там Light Assist, бла-бла-бла, все остальное. Но опять же, повторюсь, возможно, что это не каждому нужно, поэтому вот что говорить. Сейчас уже в сеть утекли комплектации и пакеты Volkswagen Taos. Спрашиваю у ребят, когда же он уже появится. Говорят, что Volkswagen Taos, ну, аналог Corolla, появится где-то, наверное, уже в начале июня. То есть совсем осталось немного. Ну, соответственно, так же, как и в Corolla, будут двигатель 110 лошадей, 150 лошадей. Ну, в общем, вот так. Коробки будут тоже автомат, ДСГ, полный привод, передний привод и так далее. Очень, ну, судя вот по первым этим сливам, будут неплохие такие комплектации. Спрашиваю, опять же, у ребят, мол, Volkswagen не хочет так же, как Шкода, допустим, ну, скажем так, пошагово, да, свои машины комплектовать. То есть, допустим, ты пришел в салон или там на сайте смотришь и как бы прям вот под себя эти опции подбираешь, прям вот, ну, поштучно. Нет, говорят, это фишка Шкоды, а Volkswagen будет также продавать пакетами. Jetta. Слово Jetta всем, конечно, знакомо, да? Но теперь эта машина, блин, она стала совсем таким, не знаю, как кто написал, именем нарицательным. То есть, как бы, Jetta и чё? Вот. Она стала дорогой. В базе она уже теперь стоит уже чуть ли не 1 650 000. Это в белом цвете, да? Движок никакой, механика, ну и так далее. А единственная комплектация с турбомотором и автоматом уже стоит 2 миллиона, по-моему, 2000 рублей, это опять же в белом цвете и без всяких пакетов. Просто, не знаю, ситуация какая-то уже начинает, я так понимаю, выходить из-под контроля, как считаете? Но куда нафиг годно, что обычный седан, то есть с мотором 110 лошадей, вот, стоит почти по 2 миллиона, это вообще как? Это вообще о чем? Как бы ни было на внешне красиво и как бы вместительно, но как-то, я не знаю, как считаете. Давайте посмотрим, сколько стоит эта машина. Повторили прото зеркалах. Volkswagen Jetta, респект. 110 лошадей, пятиступенчатая механика, цвет синий, Silk Metallic, ткань, литые диски, сакада, 16-е. И тоже брызговики из ДОП, брызговики передний, задний, ковер, салон, ковер, багажник, набор автомобилиста, сетка, бампер, комплект зимний шин R16. 1 миллион, практически, да, 800 тысяч стоит эта машина. Ну вот, ну понятно, что доплата за свет включена, тем не менее, это просто 1 800 000 за эту машину отдать. На палке и мотор 110 лошадей, как считаете? Я считаю, что нет смысла бороться за такую машину, вернее, за такие деньги, за эту машину. Идем дальше. Давненько у нас не было туарегов в белом цвете, или даже, наверное, и не белый, хотя сейчас посмотрим, кто идет. Да, перламутровый, наверное, скорее всего, не просто белый. Airline комплектация, такие здоровые диски, 285 40 R21. Ну да. Варка фетр, и сзади, спереди брызговиков, как видите, здесь нет. Повторите, протозеркалах, бесключевой доступ.
везде, во всех ручках. Смотрим, какие накладки, они тоже белые. Дверь закрывает порог. Естественно, что дверь будет цельношлакованная. И тут у нас уплотнитель, контур один, второй. И тут еще, на смотрите, как вообще суперски. Естественно, здесь будут все электрорегулировки, как хотите, вверх, вниз и так далее. Дальше не буду я похабничать. Вот. Эргокомфорт Airline. Ну, конечно, самолет, укрепительская крыша, тут все вот так. Огромнейший, смотрите, экран. Такая шляпа тут. Глубокие подстаканники. В большой машине глубокие подстаканники. Я уже который раз говорю, с чем связаны вот такие они глубокие. Ну, наверное, стандартно делать. Стаканчики-то они одинаковые, что для пола, что для турега, да? Ну, вернее, продаются. А тут именно такие вот огромнейшие они. Такая вот шайба. Видите, оп, все здесь так заработало. Ну, в общем, конечно, наверное, удобно, когда ты быстро едешь, все эти вот на большом экране все это показывать. Тем не менее, все это стоит, опять же, больших-больших денег. Электронный ручник, шайба, здесь управление всякой этой ерундой. Уровень масла, давление, меню, навигация, автомобиль, носитель, телефон, радио, звук и так далее. Все это тоже понятно. Громкость, характер звучания, длинное аудио. Тут что? Опа, карта такая. Ну, в общем, все вы видите прекрасно. Мобильный подключен, телефон не подключен. Ладно, не будем мучить. Широкий только подлокотник. А здесь получается, что он сам-то и не глубокий. И не пойму я пока по высоте, он что, не регулируется. Считается, что это достаточно. Ну, наверное, и так. Наверное, и так. Ну, все в коже, понятно. Подлокотник сзади имеется. Естественно, здесь есть шторка. И тут, видите, у нас какой свет. Раз палец поднес, оп, потух, опять, оп, опять потух. Очистчик я что-то тут не видел. У нас тут еще дополнительные козырьки. То есть это делаем вот так, а это делаем вот так. И вообще тут видите, как все стало темно. Ну, все, это, конечно, стоит денег. О, видите, как вот здесь сделано. То есть стеклышко более прозрачное и кажется, что как бы красиво, да? А в Тигуане какой-то простой пластик, он еще белесый такой. В общем, какая-то муть голубая. Ну, в общем, вот так все, да, вы видите здесь, как, конечно, красиво все это. Конечно, тоже, да, все это дорого, богато. Тем не менее, и цена машины сейчас, наверное, посмотрим, вообще офигеть. Память сидений для троих. Понятно, что здесь и дверные карты, все ручки, все в коже. Здесь еще перфорация имеется. Тут почему-то разъем USB-шный. Ну-ка, проверим. Да, полноценный прикуритель. Замечательно. Выходим. Видите, у нас какая подсветка тут. Тут тоже. Здесь тоже получалось, видите, у пассажира память сидений для троих четко так все закрывается, мягенько. Ну и понятно, что здесь все в датчиках, в парковке, и тут чобика нету, и хром присутствует. Давайте посмотрим, что это такое. Так, Touareg Airline, 249 лошадей, 8-ступенчатый автомат, цвет белый орикс, кожа, цвет темная обивка салона, колесные диски, легкосплавный Suzuka R21. И тут тоже доп, посмотрите, ковер-салон, ковер-багажник, набор автомобилиста. 5 миллионов 975 тысяч рублей стоит вот эта машина. На модели представлены следующие оригинальные аксессуары. Шины 8 тысяч. Что за шины? Шины Pirelli. Ну, конечно, смотрится машина круто, но
И машина большая, да, и стоит она 6 миллионов. Ну, кто-то же покупает такие машины. Вот еще один, смотрите, у нас Volkswagen. В данном случае это Volkswagen Polo. Такой интересный тоже цвет, редко встречается. Задние датчики парковки. Спрашиваю у парней, мол, типа, если так дергать, поднимать за это. Не, нормально, можешь дергать сильнее. Все нормально. Видите, у нас, кто не помнит, кузов лифтбэк теперь. Вот только здесь все, видите, у нас шумки, а дальше просто голый металл. И на манер Шкода такая же теперь ручка. Но на одной линии собирается, что удивительно. Там, по-моему, сейчас, если не помню точно, 89 или 90% идентичности, а остальные 10% вот машины только разнятся. То есть задок, передок, ну там плюс и чуть-чуть в салоне, да, все. А так все, остальное все практически одинаково. Большой багажник теперь. Видите, как, ну, правда, теперь не лямки, ничего. Такелажные эти крючки для сеток. Ну, вот там какая-то лямка и все. А так купил ты пакет, допустим, в супермаркете пришел, где его закрепить, где и как положить, хрен его знает. Кинул так, все у тебя рассыпалось, ни крючка, ничего. Подсветка имеется. Посмотрим, что здесь предлагает. И в отличие от корейцев, например, того же Солярисов, смотрите, здесь у нас органайзер имеется. Ну и более так пространство здесь организовано. ДВП-шка. Тут еще, видите, у нас для треугольника место для крепления. Ну, получше, да, багажник организован, чем в Солярисе, как считаете. Закрываем. Все тихо работает. Красота. Штампы, колпаки. Смотрим, что здесь. Подлокотник, руль кожи. Ну, достаточно такой большой экран мультимедиа. Понятно, что здесь все бюджетно. Тканевый салон. И тут стоит, походу, автомат. Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас еще имеется подарок передних сидений, кондиционер, ну и так далее. Смотрим, сколько же стоит такая машина. Теперь мне нравятся вот эти, видите, как в этих в Рапидах. Тоже такие подлокотники. Классные, мягенькие они. Повторите ворота зеркала. Смотрим. Volkswagen Polo Respect. 110 лошадей, да. Автомат. Красный раби, ткань. Стальные колеса 6G15. И стандартные идут допы. 1 215 300 рублей стоит такая машина. Карасалон 4000. Коврик багажника 2600. Видите, теперь все-таки уже стали машины появляться и с автоматом в салонах. Либо народ начинает чуть-чуть машинами, скажем так, наедаться, либо машин стали больше выпускать. По поводу, опять же, тех же автоматов. В Шкоде я с парнями разговаривал, что говорят, что на этот год заказали у производителя автоматов больше. То есть в том году, допустим, ну, условно говоря, я точно цифру не знаю, допустим, было заказано, например, 1070-80, да, автоматов. Вот на этот год заказали почти в два раза больше, то есть с запасом. Поэтому, возможно, и в том числе и из-за этого теперь стали машины появляться уже вот свободно, скажем так, в салонах и с автоматом. Идем дальше. Новый Polo, смотрите, какой интересный цвет. Забегая вперед, скажу, что это у нас Football Edition. Новый Polo Football Edition, 125 лошадок. Робот DSG, синий риф металли, ткань. Лекосплан дивки Акона 15. Да офигище, смотрите, пакет зимние шины, пакет мультимедиа, брызговики, защита карта, сетка, бампер, автонабор. 1 370 000 стоит такая машина. Тут просто забыли нолик дописать.
Вот. Ну и вот что тут, знаете, пошло, поехало. Сетка, бампер 9000, ковровой салон. Шины зимние 22000, сигналка стартового запуска 34000, упор капота 5900. Естественно, у менеджеров уточняйте. Ежемесячный платеж 12951 рубль. Стоимость 1 370 000. Первый взнос 685, срок кредита 36 месяцев. Такие вот цифры. Ну, честно говоря, обивка мне не очень нравится. Руль, видите, все в коже, мультируль, все такое. Куча кнопок, робот DSG, экран большой. А вот это все равно остается таким твердым. Ну и в общем, как-то так. Еще у нас есть тигуанчик, смотрите, тоже такой цвет прикольный. Датчики парковки, литье, Якохама. Здесь что? Тоже стоит DSG. Вот что, о чем я говорил, смотрите, если, допустим, видео в машине смотреть нельзя, то вот такого экранчика вполне достаточно. То есть я не оправдываю ни в коем случае, что вот они убрали большой экран, но просто вот этот экран стоит дешевле, правильно? То есть если мы включаем задний ход, и у нас камера заднего вида, один фиг, она, ну, здесь покажет, его видно будет, правильно? Вот. Навигации у вас, допустим, нет. Я не знаю, вот если кто и владеет тигуанами, напишите, многие ли из вас в свое время купили за 100 тысяч навигацию, чтобы у вас была, ну, как бы активирована, да, вот именно заводская. Не знаю, как по мне, так, ну, как я предполагаю, таких очень мало. Вот, поэтому что сказать. Вот, включайте заднюю передачу, и экранчик здесь вам все показывает. То есть камера заднего вида показывает, и достаточно. Почему? Потому что, как опять же, это мое личное мнение. То есть, если нельзя смотреть видео, то нафига этот большой экран нужен? И тем более у нас с вами здесь нет навигации. Ну и все. А эти всякие таксистые переделки в том плане, что, допустим, если вы включили музыку, вот, ну, смотрите, опять же, пусто. Ну, давайте FM. Вот FM. Ну, здесь, опять же, нет этих пиктограммок, вот, не показывают станции, допустим, Маруся, вернуться. Ну, то есть я к тому, что, допустим, вот эти здесь картиночки, если, допустим, будут эти пиктограммки, и ничего страшного, они тоже нормальные. Если, допустим, в тегах будут прописаны какие-то картинки, эти обложки от дисков, то их тоже здесь можно будет увидеть. Все, больше и не нужно. Все остальные настройки здесь, все это видно, опять же, смотрите, там. И так далее. Настройки еще раз. M-Connect, радио. Вот, все это дело. Дополнительные настройки. Все это, видите, здесь видно. Поэтому я считаю, что такого вполне достаточно, если у вас нет навигации и видео смотреть нельзя. Здесь вообще нету, видите, подсветка имеется. Здесь нет у нас... А, нет, имеется охлаждение. Просто здесь нет блока этого. То есть там, получается, почему-то стоит заглушка, вот, а нету этого блока, где у нас CD-проигрыватель и так далее. А тут, допустим, его нет вообще, этого блока. Тогда зачем та заглушка, блок? Непонятно. Ну, в общем, как-то так. Тоже здесь DSG. Такой же вот. Панелька такая же. И, тем не менее, это все равно Tiguan, который очень шустро едет. Здесь тоже три зоны климат-контроля и так далее, и так далее. То есть, я считаю, что вот такую машину вполне, если купить, ну, как бы... Хотя, опять же, сейчас цена, вот, и уже мы, опять же, начинаем, ага, опция-то хочется побольше за эти деньги, и начинается уже, как бы, вот, смотреть там, в сторону какого-то другого производителя и так далее. Смотрим, Tiguan Respect, 150 лошадей, 6-ступенчатый DSG, 2 миллиона 71 900 рублей стоит эта машина. Ну и вот у нас еще одна Jetta, тоже как в том краю стоит, в таком же цвете.
Jetta Respect, 110 лошадей, механика. И здесь, смотрите, 1 942 500 она стоит. Что же тут такое же навертели? Смотрите, она у нас механика и практически 1 950 000, почти 2 250 000 стоит машина. А, ну салон, походу, кожаный, и все. Такая приборка. Вот вы купили бы за 2 миллиона вот такую машину на палке 110 лошадей. Я, честно говоря, офигеваю просто от этих цен. Что это, до какой степени будет все продолжаться, хрен его знает. Ну что, вот такие цены, вот такие машины в салоне. Пишите, комментируйте, как обычно. Всем пока, счастливо.